мы находимся в том месте, которое имеет историческую ценность. Вот это флигель. Это здание было построено в 18 веке, в 1860 году, и принадлежало графам Броницким. С тех пор это здание много что видело. В 24 году здесь был музей. 30-41 год – районная партийная организация. В 41-43 году было даже такое. Немецкий госпиталь работал здесь. В 44-49 году госпиталь для немецких военнопленных. А с 50-х годов до 69-го года это был комитет народного контроля. С 1960 года здесь находится Белоцерковская школа искусств.